есть возможность, когда путь зыбкий, исправить свои грубые ошибки. Вы кого-нибудь из знакомых знаете, чтобы так при дамах выражался, понимаете? Не может быть хуже! Сразу в бубен. Не, он не безумен, он со смыслом, сказочно богат и грудь коромыслом. А это так мерзко. Он бы вам понравился вне клонов, я был в одном из его салонов. Там, где бывает половина Бомонда, там все играют Джеймс Бонда. А это смешно! Это так смешно! Большинство людей делают вид, что их идеи не привлекают стыд. Они при этом типа расслабляются, кажутся радикалами, снимаются, прикольно. Ты в натуре веришь его словам? Он же ходит везде по головам. Я также начинаю в это верить и распахиваю души своей двери. После этого мне, может быть, совсем плохо.